Здравствуйте, вы на канале Вики Рецепт, и сегодня я покажу, как я готовлю на гарнир картофель, запеченный в духовке. Называется этот рецепт интересно – картофельный фондан. Фондан – это шоколадный кекс с жидким шоколадом внутри, который растекается при надрезании. Здесь же ничего растекаться не будет, так что название, вероятно, только из-за формы картошки. Однако важно не это, а то, что картошка получается просто супер. Красивая, румяная, мягкая и нежная. Ножом режется, как масло, и при этом совсем не рассыпается, как это часто бывает с картошкой. Отлично подходит как гарнир к любому мясному блюду. Какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте wikirecept.ru. Картошку я уже почистила. Здесь у меня 8 клубней. Надо стараться отбирать продолговатые клубни максимально одинакового размера и формы. Отрезаю у каждого кончики. Они не нужны. Можно потом использовать в суп или просто пожарить. А саму картофелину разрезаю поперек пополам. Кладу всю картошку в миску. Добавляю 1 чайную ложку соли и 1/2 чайной ложки прованских трав. У меня здесь розмарин и майоран. Перемешиваю руками, чтобы все кусочки картошки покрылись солью и пряностями. В сковороде нагреваю 50 мл растительного масла и выкладываю картошку срезами вниз. Жарю сначала на одном срезе до образования корочки, где-то 2 минуты. Затем переворачиваю и также на втором срезе. На бока картошку не ставлю, только на поперечные срезы. Кладу в сковороду 30 граммов сливочного масла. Жду, когда оно растает, и помогаю ему распределиться по сковороде. Вливаю 150 мл теплого куриного бульона. Если его нет, то можно добавить воду, но с бульоном вкуснее. Даю жидкости в сковороде закипеть и запузыриться. После чего снимаю с плиты и отправляю в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут. В середине процесса запекания переворачиваю. По прошествии 20 минут проверяю вилкой на готовность, и картошку можно подавать. Она так аппетитно выглядит, что ей не нужны никакие украшения. Достаточно посыпать рубленной зеленью, она сама какое хочешь мясное блюдо украсит. Я, например, подавала эту картошку к свинине-гармошке, ссылочку на которую я оставлю под видео. Попробуйте, как она режется ножом, как по маслу. Очень нежная и мягкая, но не разваливается и хорошо сохраняет форму. Более подробно с пошаговыми фото вы можете посмотреть этот рецепт на сайте wikirecept.ru, ссылка под видео. Не забывайте ставить лайки, а если вы не подписаны, подписаться на канал. Приятного вам аппетита!